А я говорю, что других вариантов нет и не будет. Да какие варианты? То, что вы устроили в стране, называется диктатура и тирания. О, господа, давайте все-таки быть объективным. Юлий Цезарь, к примеру, он тоже был диктатор. И вообще в Древнем Риме всегда диктатура устанавливалась тогда, когда хоть что-то угрожало государству. Я не знаю, что там было в Древнем Риме. А вот сейчас стране угрожает головоротка. Пане президенте, вы звільнили 400 тысяч чиновников. Досвідчених фахівців. А є декларування. Це ж чистої води репресії. Під арешт потрапили не тільки люди, а їх нерухомість і їх рахунки. І наскільки все це затягнеться, неізвісно. Тому що 90% чесних суддів були уволені по вашій ініціативі. Ви скажіть, що це за атаки на крупний бізнес? Чому посадили Михайла Розьмана? А? Да. Ответьте, Василий Петрович. Действительно, скажіть хоч що-небудь. Во-первых, я для начала хочу расставить все точки над «и». Хотел бы поменять немножко формат нашей дискуссии. Я не собираюсь отвечать на все ваши вопросы. То, что вы сейчас находитесь здесь, а не в тюрьме, скажите спасибо вашей неприкосновенности. Но это дело времени. Над этим мы уже работаем. Я пришел в студию, чтобы объяснить народу, что мы делаем. Мы решили навести порядок. Во-первых, мы отбираем имущество у чиновников. Так сожритесь, гоп-стоп! Это не просто гоп-стоп. Это гоп-стоп на государственном уровне. Но мне кажется, для них и понятнее. Мы забираем имущество теми методами, которыми они это имущество в 90-х приобрели. Мы посадили олигарха Ройзмана. Это жалко. Жалко, что он не попытался бежать. Потому что для государства решить этот вопрос было бы гораздо дешевле при попытке к бегству. Но я надеюсь, что господа Немчук и Маматов нас еще порадует. Мы уволили 450 тысяч чиновников. Это правда. С одной стороны, это, конечно же, минус для благосостояния 450 тысяч семей. Но с другой стороны, это большой плюс для кармы нашего государства. Хоть чуть-чуть почистили ее. Да, кстати, пока мы с вами тут беседуем, ваше имущество тоже арестовывается. Василий Петрович, если вы сейчас серьезно, то это какой-то переворот в сознании. Нет. Это просто переворот. Мы устроили переворот в стране. На место мягкого, принципиального учителя истории пришел жесткий, если хотите, беспринципный президент. Если я делаю что-то не так, об этом мне скажет народ. Но точно не вы. Вдруг что, меня поправит многомиллионный Майдан?